Доброе утро, ребятушки. Бегаю на проводе. Зеленый, призеленый. Оделась сразу в зеленый цвет. Потому что до 10 утра. Чтобы потом не переодеваться. Давно мы с вами кофе не пили. Давно мы с вами кофеек не пили вместе. Ой, смотрите-ка. Какой чудесный кофе. Не видно вам? Ну, я вместо вас попробую. Сегодня спала с открытым окном, слышу, немного заложен нос. А мне сегодня делать? Ой, ржу не могу. Сейчас пойду, покажу, что я позитивная такая вся. И отпуск обеспечен. Это я, конечно, прикалываюсь, ребята. Прикалываюсь, лучше не надо. Но чтобы сегодня с одной работы попасть на другую, придется очень хорошо постараться. Вчера приезжала Эрика к своему папе, ну, вернее, к своей сестре. Фотку мне оставили. Ну, в связи с тем, что передвижение по городу такое непонятное. Она говорит, ну, мы, слава богу, мы домой добрались хорошо. Так что еще немного, еще чуть-чуть. Я говорю, приеду к вам в отпуск, раз в отпуск не отпускают в воскресенье, когда парк будет закрыт. Она говорит, ты можешь даже и не в отпуск приезжать. Андрюха сказал, квартира вот эта, говорит, Лилина. Его бывшая квартира, где он сам жил. Он говорит, там у нас склад, но кровать есть. Кухни нема, но кровать есть, короче. Так что, говорит, выйдешь на пенсию и будешь жить с нами по соседству. Он так и родителям своим сказал, и Эрике сказал. Это, говорит, Лилина квартира. Так что, если хотите побродить по лесу, найти себе что-то, то поедем. Так что приключения настолько ожидают. Пошла я приуши загружать, бо я вот это трындю-трындю, а время уже 5:30 утра, ребята. Тампоны. Rapido gratuito. Магари. 12 евро. Смотрите, какой красивый бусик. Сдала анализ. Сейчас мне тетенька скажет, как мы тут здоровы, не здоровы. Никого нету в очереди. Все по записи. 5 минут сказали подождать. Сейчас я подожду. Надеюсь, что позитивная. Тогда гринпас на полгода обеспечена. Если негативная, то каждых 2 дня будем делать анализ. Ребята, мы здоровые. Тест негатива. Ку-ку. Веня, Веня. А ты в курсе, что у нас вход по грин-паспортам? Не в курсе? Иди сюда. Красавица ты. Сейчас, маманька, тут еще издать. Что за миракон? Ты в курсе, что я в 12 часов открывалась? Что ты не в курсе? Мяу. Мяу поза. Сказал народ, прошу там тебя не кормить. А я забыла тебе корм купить, и что теперь? Ты кушать прошу. Милая моя. Чулико.
Я тоже работаю. Качу нарезала свеженькую. Сейчас столики накроем. Иди, помогай работать. Что я тебя вот это за даром кормлю, я не поняла. Давай, давай. Гудок прозвенел нашего сада. У нас опять полно попугаев, ребята. Все вот эти вот зеленые какаду курлычут на всех углах. Посмотрите, какая красота в парке. Лимоны растут, зелененькие, правда. Я Марете сказала, говорю, чая захочешь? Будешь себе по лимончику срывать и чай пить. Да, сейчас, конечно, опять все стало зеленое, такое сказочно красивое. Тут, конечно, дорожка такая, брусчаточка. Спросила людей, говорю, не хотите, чтобы я вас подвезла? Та не, говорит, получаем большущее удовольствие от того, что идем по саду. Говорят, такой красоты мы, говорит, давно... Чао. Такой красоты, говорит, давно-давно не видели. А это что за кошка? Вылезла с окошка. Наша девочка, девочка, тетенька, снимает. Моя кошка сегодня от меня прям ни на шаг не отходила. Сэра. Людей в парке было мало, всего 100 человек. Это очень мало, но... Сейчас в городе манифестации, сейчас все направление туда, все направлено на более важные события. Снять с себя маску. Спрашиваю, чего людей так в парке мало? Никола был. Завтра у нас в парке будет такое небольшое представление. Pietre in equilibrio. То есть они будут свои камушки складывать. Понятно, как, да? Камень на камень, это будет держаться непонятно на чем. Но главное, чтобы там было три опоры, тогда камни держатся. Вот. Так что завтра у меня будет немножко гостей. Я даже пригласила свою Сарочку, говорю, придешь, поможешь мне твоего папулю с гвардией обслуживать, потому что, по-моему, они у меня кушают бесплатно. Сейчас надо позвонить Фабе, узнать, бесплатно, не бесплатно. Чем их угощать, чем их кормить. Никола говорит, ну если не бесплатно, то тогда за всех уплачу я. Я говорю, да ладно. Говорю, если начальник разрешит, что всех бесплатно, то тогда, говорю, без проблем. Главное, чтобы с меня спрос не был большой. Людей мало сегодня было в парке, потому что у нас вот это вот считается район Пелли. У нас здесь сегодня какой-то праздник, ребята. Я не знаю, какой праздник. Но я вижу, дети наряжены как в карнавальные костюмы. Интересно, вот хотела сейчас светофор переключиться, хотела посмотреть, есть ли ряженые в городе, кроме того, что люди в масках. Хотя на улице нам еще масочный режим не ввели, так сказать, но очень многие ходят в масках, непонятно. Уже, наверное, народ просто привык до масок, не хочет с ними расставаться. Особенно это бабушки. Вон, посмотрите, видите, сколько людей идет, переходит дорогу, обратите внимание. Практически все в масочках. Ну, не все так через одного.
Ну что, ребята, что сейчас мы проморгаем опять светофор? Ну давайте, давайте уже поехали. Красивые кататься. Да, дети разряженные. Что тут у нас рыночек? Рыночек на Пелли. Торгуют всякими сладостями и какие-то картинки вижу. В общем, праздник. Не знаю, чему он предназначен. Ну, у нас бывает такое, что каждый район города в какой-то период устраивает свой праздник. Ну, это только в этом районе. Дальше уже ничего нет. Смотрите, какая красивая сегодня Генуя. Сейчас ровно 20 градусов. То есть вот так вот ярко светит солнышко. На берегу моря куча рыбаков. Золотую рыбку поймать пытаются. Ну, а я еду домой, слава богу. Движение движется. Сейчас мы прочитаем еще на что у нас там центро. Сейчас я вам скажу. Центро сторико. Окей. Патримонио дель уманита. Ну, в общем, есть какая-то манифестация. Ну, мы находимся в другом конце города. Поэтому, ребятушки, всем пока. Увидимся завтра.